Всероссийский географический диктант стартовал в Череповце. Площадкой для проведения образовательной акции стал Череповецкий госуниверситет. Принять участие в акции может каждый желающий. Я пришла сюда, чтобы проверить свои знания в географии. Я жду хороших результатов. Я сюда пришла, чтобы еще раз подчеркнуть свои знания о географии. Да просто люди должны интересоваться своей географией, своей страной, всем миром. Ну и мы пришли для того, чтобы проверить свой уровень знаний, прежде всего, насколько мы знаем нашу страну. Я пришел сюда, потому что география еще со школы является моим любимым предметом. Мне нравится узнавать природу своей родины, географические различные особенности, национальности. Я хочу попробовать свои силы, чтобы узнать, насколько хорошо я знаю свою родину, насколько хорошо знаю людей, города. Я считаю, что это полезно, пусть даже люди что-то и не знают о своей родине, но они обязательно подчеркнут для себя что-то новое, проникнутся больше любовью к своей родине. Акция проводится в единый для всей страны день 20 ноября. Всероссийский географический диктант проводится с 2015 года. Эту акцию организовывает Российское географическое общество. Она стартует второй раз. Ее сделали ежегодно. Первый раз она была организована в том году, 1 ноября по всей России. Приняло в ней около 70 тысяч человек. Череповец в том году не участвовал. И мы решили присоединиться уже к акции в этом году. Планируем принять около 250-300 человек. Мы вообще ждем всех желающих, кто хотел бы себя проверить и свои знания в географии. Для чего она нужна? Для того, чтобы понять, как люди знают географию своей страны. В основном все вопросы были ориентированы, что в том году, что в этом, на географию России. То есть на какие-то представления о нашей с вами родине. Ну и одно из задач, которые ставят перед собой создатели проекта, это скорректировать учебные программы для именно по географии, для того, чтобы люди лучше знали свои истоки. Как и в прошлом году, организаторы подготовили три варианта диктанта для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Каждый вариант состоит из 30 заданий разной степени сложности. Они условно разделены на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку знаний о расположении географических объектов на карте. Третий предлагает узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений. Ответить на все вопросы участники диктанта должны за 45 минут. Определите точку на земной поверхности, относительно которой вся территория России находится строго на юге. Назовите один из видов крупных сельских поселений в казачьих районах Северного Кавказа, Южного Урала и Сибири. Максимальная оценка, которую можно получить за диктант, 100 баллов. Узнать результаты акции участники могут на сайте Русского географического общества. По итогам всех представленных работ будет сформирован отчет, оценивающий уровень географической грамотности населения.